Друзья, заказал новые защитные стекла на телефон. Сделал я это по той простой причине, что совсем недавно раздавил стекло на своем телефоне. И вот сегодня такая небольшая распаковочка. И в этом же видео я покажу, как приклеивать правильно и очень быстро стекло на ваш телефон. Ребят, ну и для начала нам нужно будет снять старое разбитое защитное стекло с телефона. Вот сейчас, собственно, я этим и занимаюсь. Как вы видите, оно вот аккуратно отслаивается. Вот, сняли мы стекло. Видите, что оно поломанное в двух местах. Вот, собственно, влажная сухая салфетка. Само стекло. Давайте попробуем приложить, подходит ли стекло нашему телефону. Ну, видите, стекло у нас 2,5D. Прикладываем. Ну, вроде как все замечательно ложится. Смотрите, вот это у нас получается адсорбер для пыли. При помощи его мы можем убирать пыль с поверхности телефона, если она останется после того, как вы будете протирать. Вот эти наклейки нам нужны для того, чтобы, собственно, клеить стекло. Также в комплекте есть влажная и сухая салфетка. Итак, давайте же все-таки приступим уже непосредственно к процессу поклейки. Для того, чтобы правильно и быстро спозиционировать стекло на вашем телефоне, нам сейчас как раз понадобятся специальные вот эти наклеечки, которые ложат практически все производители защитных стекол для телефонов. Если у вас таковых не было, вот вы видите, я сейчас держу их в руках, то вы можете обойтись обычным, самым простым скотчем. Итак, сейчас мы выравниваем телефон на... Сейчас, я извиняюсь, мы выравниваем стекло на поверхности нашего дисплея. Друзья, в общем-то, сейчас мы должны четко выставить зазоры, отступы от всех краев телефона до защитного стекла. Максимально точно спозиционировать его на поверхности дисплея. И после этого приклеиваем вот такие наклеечки сверху, снизу и посередине одной из длинных сторон защитного стекла. Вот, собственно, вы видите. Берем, приклеиваем стекло к телефону. Вот. Если вас что-то еще не устраивает, вы можете немножко отклеить и поправить. Убеждаемся, что все приклеено хорошо, и клеим вторую наклейку, но уже с другой стороны. Но все эти наклейки должны быть с одной стороны, напоминаю, чтобы получились такие как бы петельки. И стекло ваше будет откидываться как обычная дверь. Я не знаю, как крышка какого-то чехла. Вот, приклеиваем. Еще раз перепроверяем. Ну вот, сейчас немного не точно получилось, поэтому можно отклеить, пока это еще не поздно. И немного более правильно спозиционировать стекло, чтобы все вырезы попали под камеру, под кнопки, если у вас такие есть на телефоне. И теперь берем и приклеиваем. Вот так. Как бы уже сейчас нам ничего не мешает приклеивать наше стекло, но так как пленки 3, приклеиваем и третью вот эту наклеечку. Вот вы видите, что все три наклейки у нас приклеены. И теперь вот стекло очень легко можно откинуть. Как дверцу, как я уже говорил. И потом точно так же легко закрыть, и оно четко попадет на свои посадочные места.
Берем влажную салфетку и тщательно протираем ваш дисплей от жира, грязи, пыли и всего, что может быть на вашем телефоне, чтобы стекло самого дисплея было идеально чистым. Тщательно, аккуратненько, внимательно смотрим, чтобы никакого мусора там не оставалось. Теперь нам надо будет вытереть наш телефон второй салфеткой, которая в комплекте шла сухой. Вот берем нашу сухую салфеточку и вытираем дисплей насухо. Также, ребят, если у вас остались вдруг какие-то пылинки, и вы не хотите уже трогать ни пальцами, ни тряпочками какими-то, то вот эта вот наклеечка Dust Adsorber, она поможет вам. Вы берете аккуратно в местах прилипания пыли, вот так вот прикладываете ее, и пылинки остаются на наклеечке, а на стекле их больше нет. И теперь мы можем срывать защитную пленочку с вашего стекла и постепенно прикладывать ее к телефону. Ну вот, как видите, магия, и наше стекло само расплывается по поверхности дисплея. Теперь вы можете помочь немного этому процессу и выгнать весь воздух, который где-то, может быть, по углам остался. Но, как видите, у нас все идеально, хорошо и ровно прилегло. Теперь нам нужно отклеить вот эти наклеечки, которые служили нам петельками. И можем считать процесс поклейки защитного стекла оконченным. Вот так все легко и просто. Ну вот, смотрите. Вот все отлично приклеилось, никакого воздуха, нигде никаких пылинок, идеально ровные зазоры со всех сторон. Все это нам удалось сделать благодаря вот этим защитным пленочкам. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Александр Тика, до скорых встреч, пока!